Я еще себе сегодня выбила на рогу вот такую шапку на транс. Сейчас линкану. В зеленую лужу лучше не прыгать, там мана снижается. Учетка. Вау. Такой Инкани свои. Т8 у друида. На сове такая шапка была. Это у Рэни моего вообще красиво смотрится. Ой, там сзади большие мобы идут. Давайте быстрее, быстрее. Тема убираю. Там вы оттуда отходите, и тотем убирайте. Идите сюда к нам на лесенку. Едет домой. Что застрял в базе там Фарли? Сюда, где-то тема, идите. На босса устранение яда. Пейте, пожалуйста, паутину. Вы либо убейте этих тварей, либо не знаю. Потому что они на себя прям стакают яд этот. А с ним невозможно будет... Паутину. Кокон. Фиксингс. Невозможно сумон. Босса бьет. Я
В следующий раз прогнешься, если что. Что по Гере? Давай фул пружинки. Пес прибежал, а базы нет. Чё, какой? Мерзость? Да, мерзость, давай. Ну вот, я хоть эффекты порассеивал. А чё маг забрал Рашановскую шею? Или можно магу такую, я не знаю? Не, он перепутал. Подхасила, заклянем. Не, ты перепутал, МП5, тебе не надо, лучше хилу отдай. Так кому отдать? Кто-то ну, говорит? Шаман, который хилит, он. Ну, не скажи рядом. Во второй пати, короче. Не, шаман. Шаман синий. Граммобовое, да? Да. Сейчас. Введу, да. На этом боте буквально 4 минуты. На просто шайник, чёрт. Чего, Настя? Ты бы с собой комплект ретрика таскала, хотя бы. Вот такие косы. Или у тебя там сумка забита вся чем-то. Спасибо, маг. Конечно. Найс. Бигвард, лес. А, ну сейчас. Thank you.
Алло. Четыре минуты, КБ. Это мне. Ухо красивое. Хорошее, точнее. У меня пуха, блин. 170. Большая, да, по-моему? А? Шамены, вы тотем это силы земли не ставьте. Я же крипом, баф крипой. Ну подскажите, пожалуйста, на... Дерево на это надо, вот этот кинжал, или это лучше дробящее? Не, братан, тебе не лучше надо. С духом, на дерево это не идет. На дерево шмотки дух аст. СПД. СПД это само собой. Дух хаст, да, я понял, кожаное все что, да? Да, ну и тканевое может быть. Иногда. Смотрите, только не спульте там петами этого босса. Просто пока дай падает кинжальчик. Кстати, был в Наксе 25-ки. Твои кинжалы, которые ты Санува бьешь, их две штуки прям. Сейчас даю. Зачем рассказываешь? Вот ты. Вот все. Не, я просто это. Не, я не подъебываю, ничего, просто странно как-то, блять. Я даже был в этом. На Келе, короче, там выпало два топора. Двуручных вот этих, а я ходил ретриком тоже сколько кд топор это выбивал, и потом их выпадает два просто, блять, и еще пуха на танка танковская, я забираю и топор, и пуху на танка, блять. В том, что видишь, я вот так ребята мне часто раз, ты говоришь, вот Настя Варлайн говорит, типа, вот пошла с одного кд, выбил сразу две пухи, что надо, все,
Я хожу уже, хрен знает, вот на следующей неделе, в четверг, это 10-е, когда уже будет. Да если это на... вообще дичь какая-то, блядь, как будто это проклятие какое-то, не падает то, что нужно. Да, если даже в 10-м когда-нибудь, я не знаю, писать формулу, что лучше пускай там, я не знаю, рассматривать это по-другому, потому что ну, это говно. 10 это 200% шанс, что упадет, а я его даже не видел ни разу за 9 кд. Просто даже не видел, не то, что не ролил, не видел, нахуй. Ну, а я наручи не видел вот эти меткость, мастерство с нота чумного. Я их видел ретриком, а друидов не видел ни разу. Че у вас? Двое или один там? Это, подожди, я вот тут РДД никогда не было. Куда выносить? Вот туда вы выносите, да? Вот сюда где-то вот, выносите, короче, да? Где босс идет, откуда он ушел, вот он оставил лужи за собой. Вот туда надо выносить. Понял? Все понял. Потому что да. Мы идем по кругу, как бы. Чтобы мы, когда по кругу шли, мы не наткнулись лужи, на которые ты вынес. А туда вот именно откуда босс ушел, где есть место. Можно вопрос? Тут как-то надо диспелить, типа когда человек добежал или просто забить? Да блять, не надо ничего диспелить. Ну, лучше хилить. Понял. Ну, просто подумай логически. Если ты будешь диспелить, ты его не прохилишь. Я холипалом пробовал диспелить, люди помирали. Нужно хилить. Дебаф спадает сам. Ну, Израил вчера собрал пати. Я тебе говорю, такая история, просто сейчас расскажу, брат, что мы, короче, в ОС-10, это ОС-25. Да, блин, говорит, на плюс 2 собираем. Собрали. Типы, короче, вот портал, знаешь, там, где дракона бьешь, шадрон, по-моему, или не шадрон, что-то другой какой-то, он портал открывает. И туда надо зайти. 4 раза заходили в портал, прикинь, и в итоге еще и умерли. Смогли убить моба этого четвертого. Ой-ой, я черечков била. А я думал, он пугов собирает, не пошла. Так пугов ты собрал. Ну, пуги собирает, а он просто за пару. Лужа, лужа, лужа. Беги, беги, беги. Ты огонек в моба кидай. И размахом. Прокурируйте, куда идти? Назад, на лестницу, беги, беги, беги. Все, вот так нормально. Только да. Лужи не выходи. А то я что же... На... И ты, блин, конец. Кроссов. Я же тоже на фурике только делал все. Под стеночку. Лужа, что ли? Не пойму. Учимся, смотрите. Ага, бабу, нормально. Я пытаюсь джагу накинуть хотя бы на МП5. Ну, у тебя я хантер сдох. Он, видно, в лужу зашел. Или чё, не пойму. А ты туда не прыгай! Сейчас тоже сдохнет. Ёпта, у тебя как так? Ну, вот так вот. Лужа бьет. А вы думали, что лужа в ней купаться можно? Красавчики, хули я могу сказать. Ну, не судьба. Ну, на я хантере стояла частица, я не знаю, почему он сдох. А, все, ложимся. Все, конечно, да, да. Хули, в 4 хила в следующий раз заходите сразу, блять, чтобы вайп внутри. Ребята, блять, хилы не должны падать.
Настя, выносят люди, ты спамишь с них свет небес. Я не в них, я в них частицу спамлю, и по этому танку да, спамлю вспышку или... Похуй на частицу, уже просто спамь себе свет небес. На частице будешь так ману все и так просадишь. Нет, так у меня... Вот в том-то дело, что в последнее время все хорошо, ничего не кончается у меня. Вот, вот вы сейчас вайпнулись, вот должно быть так, что вы никогда больше тут не вайпнулись. Вы выносите этот лужу, значит, на вас дебаф. 10 секунд висит. Как только заканчивается, под вами появляется лужа. Она сначала маленькая, из нее надо выпрыгнуть сразу. Получить дамаг можно только один тик. То есть, когда у вас секунда остается, вы уже начинаете двигаться. Если вы так будете делать, как я объясняю, вы получите один тик только урона. Вас прохилят, блять. Вы сами себя прохилите. И даже если у вас фулл хп, вы просто не сдохнете. А вы мало того, что в луже там задеваете, несете... Стоите в ней там, дрочите пол. Сколько? Полдня там. Настя там. Ну пиздец, побегала в бабли и сдохла потом. Ну как? Не-не-не, я там задний ход дала. А он долго шел. Ну, заебись. Ну какие задние ходы? Нужно бегать только вперед. Нет, прыгнула вы и. Вы должны понимать, вы, вот, вот вы три хила, вот вы сдохли вдвоем, остался шаман. У него ни маны, ни хуя. На него кидается метка, падает весь рейд. У босса миллион. Вместо того, чтобы добить, ну, мы тратим время в Наксе, десятки. Вы умные люди. Просто, ну, обратите внимание. То есть, если так в рейдах относиться ко всему, то, ну, вы хилы, вы не должны падать. Падает танк, падает рейд. Падает хил, падает рейд. Все, хилы, танки — это самый ответственный класс. И вы безответственного рога взяли на хиля. Вот. Ну, привыкайте, потому что это не рога. Это... Просто, просто а понимайте, да, что это все-таки люди сидят, время тратят. Там я не знаю, кто там в игру зайдет. 14 онлайн. В 10-10. Я вроде написал. Подбегайте сюда, где вы там два хила. Я не пойму, как он сдох. А я все видел, как вы сдохли. Просто бегал там, в луже был. Не-не. Вот сейчас, пока бежал до босса, он сдох. Ну, я пошла резать. Че, прикалываться, что ли? Я говорю, поставил следовать, био АФК отбегал. О, не сейчас, не сейчас. В смысле не сейчас? У тебя что, свободных слотов нет? У меня сумка засоряется, выйду, кидаю. Выйду. У меня просто ноль слотов. У меня тут около 60 стаков саранита сейчас при себе. Вот, прям в гильду. Я готова. Мирный дух на 5 надо качать, бегла. Еще раз, какой дух? Мирный. Ага, я понял. Настя, ты Эрдру знаешь? Посмотри там, что как он так 5 вкинул. Надо лишнее закинул или что? Это куда-то лишнее кино. Так, народ, ну чё, давайте расчехляться там. Может, скрытность не надо было брать?
по комуркам сейчас будет убираться, да? Нет? Чего? Не, показалось. Лужа. Куда-куда? Ну ладно. Великом сейчас задамажишь. Пол ебало снес пол рейда. Ну куда он должен носить? Ну вот видишь сзади, где лужа? Вот куда череп сейчас идет, видишь, туда надо выносить. Слишком близко, отнеси чуть подальше. У меня раскол 6 дней в КД. Руны их все скачай. Ох ты ж, ёпс! В лужу зашёл. Это я почувствовал. Ну ты уж все почувствовал. Далеко не убегайте. Нахуя ты встал? Что это за привычка вставать? Чё там, снаружи шмот раздают, что ли? Там по рылу дают. Геру. Куда? Геру дайте. Нас очень Боже, не стой, Хант, ну что происходит? Вон, бери себе плечо. И дробячку, если надо. Ну, походу, не пошло. А с этого скеля заберешь, кота Мундра. Что за ники вы придумываете, Семен? А кто не нужен этот? Кубики там пиньте или отмену нажмите, что-то шнурки так и лежат. Это я. Вроде дается. А я все выиграл. Чем тебе? Стой, Бигвар. Так, плечо. А разве шамы носят эту типа ткань? Да. Я вообще за пушку, а не за ткань. Я ношу лично вот лат, кольчугу, кожу и ткань. Шуманите базе. Все на одном пале, норм. Так, а пушка? На хилу, наверное? Пушка. У вас какие пушки, два шамана? У одного страшные вообще. А у рестер шамана 74-я. На аукционе. Да, на всякий случай. Хантер покайте. Так.
Так, ну я думаю, это надо хилу отдавать. Только там не забудь жизнь земли там повесить или что. А или ему там что-нибудь с крит-хостой. Спасибо. Другую пуху. Шама делаем. Где там Абоб, Хан? Да, бегу, бегу. Так вот, спасибо. Сто 96 хвостки, блять. Короче, вы там танки знаете, да, базука с непатрончиком, я думаю. Главное, чтобы Хан закайтил. Тупой вопрос, а это Хан и с ним какой танк, кто, базе будет танковать? Никто с ним не будет танковать, здесь десятка, здесь одно тело, все крутит, вертит. Подхиливать его пойдет, давайте, шаман, а Настя с друидом на боссе, ой, на танках. Я танчу, а ты притягиваешь притяжкой, это, базе. Как тебе тактика? Ну, идите сюда. Ага. Ну, можно это, кулачочек, Настя? Кулачочек? Кому? А бобух. А? Спасибо. Блять. Ну что? Зомби. Настя, особое внимание на танках. Ты где вообще? Еще мог. Снимите сразу. Зачем ты переагриваешь? Настя, дай мне сальву. Посмотри, мне самой сальва нужна. Хантер, ну подойди, я не знаю, что происходит. У меня 24 стака, еще один удар, и я сдохну. Ты веди к нему тогда. Друид, шаман, иди сюда, танков хиль. Че, вы сообразить не можете? Шаман, сюда быстрее, и танков хиль. Хиль их. Идут. А что ты делаешь? Ладно, бьем. Ставь тотем на ман.
не останавливайся, бегай! Стопните их, стопните. У меня нет на панели этой обилки. Ого, у меня налетело, блядь. Тем, поставь тот. Где у него ПТ? Отогнал адов ценой своей жизни. Развернитесь все. А ты дальше, Кайт. Маба, убейте. И этого ближе. Маба, добейте. Девочка, ёбаный гомер. Охуеть вообще. Шаман, может, есть еще? Этот Тагарис, иди там тотем ставь, оплетение или что, замедление, которое дает. Пошли. Повернулись, бьем. Адеката чуть будет, громобой Инра, закиньте, пожалуйста, танк. Ну, не знаю, Матрончик, ты там стопнул дамаг, что ли? Ну, как бы... У меня там только один, тяжкая, и то она такая, с КД большим. Поставь тотем. Еще раз. Он их, ну, типа, корнями окутает. Что, 10 секунд. Давайте, что, Геру там делали? Ставили что-то? Лица. Это Гера, 200 тысяч. Так какая Гера? Заебись, блядь. Раз. Еле-еле. Ребята, могу посоветовать вам посмотреть в рекаунт эффекты исцеления, там, по-моему, друид на первом месте. Хорош. Спасибо. Не может этого быть. Ну чё, блядь? Где там сесть? А ну вы... Назад, назад, назад уже идет моб. А при сумманте хила шамана я починиться.
И этого тоже пропустить не надо. Че он там один? Ты че там один, что ли? Ебать. Что, распределились? Тебе надо, Насте, одного кого-то хилить, а им двоим еще кого-то хилить. Они два слабеньких. Я могу пойти направо, налево, мне как-то пофиг. Ну вон, иди налево. Так, кто там? Обоб. ДПС этот. Я Хантера сюда. Вторая направо, первая налево. Нет. Громобой тоже туда направо идет. Слышишь? Ну, я и так направо ставил, я уже это понял. А больше мало местами поменяется. Короче, два хила слабых направо, а Настя налево. Ну и базе налево, и матрончик направо. А Боб на ту сторону иди. Я направо. Или налево. Иди налево. Ой, каску, сейчас я за бафы туда. Хотя, блядь, надо было. Иди обратно, Боб, я пойду туда. Там у вас кошка-мурка. Селим, блядь. Сейчас я быстро-быстро сбегаю, там за бафы, здесь за бафы. Сейчас бегу обратно. Короче, подождите, я метки поставлю, то сдохните нахуй. Минусы красные крестик, плюсы синий квадратик. Все, запускайте. Что-то там пиздец ДПС. Все ровно идем. Хильте моего базе, ё-моё. Пять
перескакивает. Ну что за херня? Да, давай. Мы вообще нихуя неровно идем. Кошка, ты чё там? Там короче, Макс с Эливом слабые очень. По два куска дают. Ну так стопнут, мы стопнем погодя. Дойдем до 200 тысяч и стопнем. Или ты иди туда. Ты иди туда, Войт. Да. Че, Бора так оставил? Так, а ну слева, стоп. Слева все, стоп. Даже автоатаку стопни. Начните бить. Справа стопните. Чуть-чуть потормозите, справа чуть-чуть потормозите. Если вы убьете, то мы сейчас снова будем бить. Нормально. Уху. Ой, осталось перепрыгнуть. Найс, блядь, ёбаный ужас, блядь. Приехали. Ты в полете только не этот, не блинкуйся. Я почувствовал уже. Чё-то я немножечко съехал. Где? Да, КД. 50 секунд. И оба сдали, прикинь. ГЦ. Ну ничего. У нас же много ДПС. Ты отойди оттуда, Боб. Да я что-то у меня нету. Вот, смотри. Отойди. Я шупал. Ты даже без метки не должен вставать с другими. Я понял, все. Ну не умер, слава богу. Блин, Войт, не знаю, я ГП влепила. Чё, у всех осталась своя метка? Два тихилы тоже бьем, потому что ДПС 0. Без палочки. Бигвинт, кинь Абобу или Громобою Инер, потому что ну ДПС нужен, а у Челика и маны нет. Или ну себе. Да, блин.
Не подходите, не подходите, дружок. Ну вы что, первый раз? Похуй. Ой, а трэш на разуве появился. Да ну. Ага, она заново чистит. А ёпту. Блять, нихуя не видно. Тебе шмотки без духа вообще хуйня. Тебе шмотки только с духом нужны. Вот блин. Я уже жаловался начинать хотел. Блин, шу, Соня, куда? Как вы садитесь-то? Так там, смотри, по КД кастуют некрорыцарь, а чердейский взрыв. Надо его запиздить, это пидор этого. Ну, видишь, как легко сразу стало. Натуре.